Всех приветствую на моем канале. В сети появились первые изображения следующего поколения BMW 7 серии. Внешность машины изменится кардинальным образом. Экстерьер новой семерки, пожалуй, будет самым шокирующим со времен E65. Многие жалуются на слишком большие ноздри современных моделей BMW. Производитель решил прислушаться к мнению критиков и сделал их еще больше. Передние фары станут очень узкими, а над ними появятся брови, которые включают в себя поворотники и дневные ходовые огни, прямо как у нашей Нивы. Профиль автомобиля должен остаться достаточно простым, при этом машина будет оснащаться колесными дисками вплоть до 23 дюймов. Корма новой Бэхи семерки станет более угловатой. Вместо ручек дверей под естественный хват, машина получит новые подъемные ручки, а задние фонари будут выполнены в стиле современных моделей BMW, вроде новейшей двойки и большинства новых кроссоверов марки. При этом габариты автомобиля также увеличатся во всех направлениях. Обязательно пишите в комментариях, как вам дизайн новой BMW 7 серии. Изображений интерьера новинки в сети пока что нету, однако можно с уверенностью сказать, что так же как и прямой конкурент, новый Mercedes S-класса, семерка BMW должна перейти на полностью сенсорное управление, а на центральной консоли у нее должен появиться огромный вертикальный планшет мультимедийной системы. По технической части семерку также ждут изменения, ее кузов должен стать еще более жестким. При этом технически машина останется на прежней платформе, хотя и доработанной. Главным отличием от предшественницы станет еще большее количество электроники. У автомобиля будет очень продвинутый комплекс систем помощи водителю. Многочисленные камеры и датчики спрятаны в антенне-плавнике на крыше, глухой секции над решеткой радиатора и передних крыльях. У автомобиля будет широкая гамма силовых агрегатов – бензиновых, гибридных и полностью электрических. Также сохранится и 3-литровый дизель в нескольких вариантах форсировки. Полностью электрическая версия новой семерки получит имя BMW i7. Она будет оснащаться батареями емкостью от 80 до 120 кВт-часов. На одной зарядке i7 сможет проехать до 700 км. Совокупная мощность ее электродвигателя будет составлять около 650 лошадиных сил. Двигателей V12 у новой семерки точно не будет. Но что шокирует еще сильнее, производитель может отказаться и от моторов V8. Их место займут гибриды на основе рядных шестерок. Связано это с постоянным ужесточением экологических стандартов. Впрочем, на некоторых рынках, менее требовательных с точки зрения экологии, V8 все-таки могут сохранить. Новые же гибриды на основе 3-литровой шестерки и электромоторов будут выдавать все те же совокупные 500-600 лошадиных сил, что и нынешние топовые V8 и V12. При этом они будут как минимум на треть экономичнее. В продажу новая семерка BMW должна поступить ориентировочно в 2022 году. Ее конкурентами станут новый Audi A8 и, очевидно, уже рестайлинговая версия текущего Mercedes S-класса. Став более технически продвинутой, она заметно подорожает относительно текущего кузова. На данный момент это вся информация о новой семерке BMW. Как только появятся новые сведения, я немедленно запишу видео и расскажу о них. Поэтому подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы сразу же получить уведомления о выходе нового выпуска. А на этом у меня все. Огромное вам спасибо за просмотр, удачи и пока!